Хорошо за курс, очень много позитивных эмоций. Спасибо кому-то, что у меня и так очень хорошее зрение, но тем не менее я видел результат, что я улучшил еще больше зрения. И дальше, я просто никогда не любил гимнастику, и там, когда кто-то говорит, давай, надо там по утрам делать гимнастику, еще что-то. Я к этому так, ну, с ленью относился. Все 10 дней, 9 дней мы делали гимнастику прям с такой... Да, спасибо. С энтузиазмом и с улыбкой на лице. И просто ловил кайф, когда делал гимнастику. И главное, что тело понимало, что это очень хорошо, то есть как бы самочувствие намного лучше. Очень интересный момент, то, что я учусь контролировать свои эмоции, которые мы с вами прорабатывали. Восприятие ситуации, смотря какие происходят ситуации в жизни, как ты это воспринимаешь и как ты к этому относишься. И эта фраза «здесь и сейчас» надо записать. То, что мы живем здесь и сейчас, настроение. В очередной раз, благодаря этому курсу, подтвердил уверенность в себе. Познакомился с хорошими людьми, вот, позитивные люди все здесь. И отличный тренер, спасибо большое.